Меня зовут Анна, я из Московского института международных отношений, и я очень рада, что я училась в Италии в университете Католика дель Сакро Куоре, и эта международная программа магистратуры дала мне очень много возможностей. Я познакомилась с удивительными преподавателями и со студентами, которые помогли мне. Они дали мне много знаний, я получила большой опыт общения и много новых знаний в изучении новой культуры, потому что в Италии и во Франции, где мы учились в первой половине года, совершенно все по-другому отличается от нашей магистратуры, но это на пользу нам пошло. И я хочу сказать, что российские компании, когда ищут таланты, они стараются найти таких студентов, как мы, которые знают языки, у которых есть опыт общения с людьми, которые могут внести что-то свое. И в нашей программе было изучение полевых исследований, в течение которых я работала на логистическую компанию, которая называется Indovis. Она помогла мне получить новый опыт. Мы общались с представителями этой компании, и это был огромный опыт, который позитивно повлияет на всю мою дальнейшую карьеру, я надеюсь. Спасибо. That's it.